Восток становится ближе. Сеть отелей «Канвас» представляет жителям Шымкента первый в городе четырехзвездочный отель международного класса. Мексиканский «Масатлан», марокканский «Рабат», арабский «Аляйн» и наш южный город отныне объединяет общий бренд «Канвас», что в переводе с английского означает «холст». Создать свой шедевр искусства и изобразить свою жизнь на новом холсте предлагают в современном отеле. Мы были заинтересованы открыть отель именно в Шымкенте. Сюда часто приезжают бизнесмены из-за рубежа. И чтобы улучшить их пребывание в вашем городе, было принято решение создать такое место, где они чувствовали бы себя как дома. В отеле 120 номеров трех видов – стандартные Queen и Twin Rooms, люкс. Посетителей готовы встретить массажные кабинеты, ресторан арабской кухни, сауна, плавательный бассейн, американский бар, конференц-зал, тренажерный зал. В общем, здесь есть все, что необходимо для комфортного отдыха иностранных гостей Шымкента. Я впервые приехал в Шымкент, остановился в отеле «Канвас». Мне в этом отеле очень нравится. Здесь превосходная еда, отличные условия, хорошие комнаты и очень вежливый персонал. Клиентами отеля могут стать и бизнесмены, и представители различных делегаций, туристы, которым не безразличны личный комфорт и высокий уровень сервиса. Добро пожаловать! Мы предоставляем для гостей высочайший сервис. Все для удобства гостей, мы будем рады вас видеть. Отель «Канвас» открывает двери, а те, кто желает провести время в райском уголке, могут найти отель по адресу угол улицы Бауржанова Мушилы и Аспанова напротив Шымкентского цирка.